Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы — последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа! О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим, надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. Дайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен был. Дэниел, огонь есть? Конечно. Дэниел! Тебя этому и учили! Живо бери Бангалор! Ты справишься? Да, сэр! О, боже!